Госсекретарь США Майк Помпео провел очередной раунд переговоров с Северной Кореей по вопросу ядерного разоружения. Их результаты стороны оценивают по-разному. По словам главы Госдепа, удалось достичь значительного прогресса. А если КНДР откажутся от ядерного оружия, от имени Дональда Трампа пообещал стране светлое будущее. В Пхеньяне же результаты переговоров назвали тревожными, заявили, могут и вовсе прекратить разоружение, если оно будет происходить в одностороннем порядке.